Всем привет, друзья! С вами как Снарумзи! Добро пожаловать в Бабл Квас! И вы представьте, я сюда не заходил 100 лет, и мой аккаунт удалили! Да, ребят, я зашел и офигел! Аккаунта нету, бойцов нету, и мне нужно начинать все заново! Но когда я зашел в магазин, я просто был в шоке! Куча новых ящиков, какие-то мемы MP4, MP4.2, мификал, ящик прозрачный, кастомный. Короче, пипец, здесь сколько ящиков, блин, да вы представьте, здесь 172 бойца, если я не ошибаюсь. В одном из этих ящиков ютуберских даже есть я. И, кстати, я не просто так сюда зашел. Я подготовился к этой серии, набил себе 10430 гемов. Ну а вы, ребят, если хотите, чтобы быстрее наступили новогодние каникулы, если вы хотите, чтобы Дед Мороз вам подарил самый крутой подарок в мире, который вы захотите, то нужно прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Итак, друзья, что у нас здесь поменялось? Ну, друзей у нас как не было, так и нет. Что-то MP4, это какой-то новый раздел. Новости. В новостях у нас кот выглядывает. Ладно. Бойцы, мы с вами уже посмотрели, что здесь офигеть как много, и мы сегодня как каких-то из них откроем, каких-то выбьем, каких-то нет. Кстати, давайте реально начнем с того, что попытаемся открыть ютуберский ящик номер 2. Если не ошибаюсь, здесь выпадал именно я из этого ящика. Так, подожди, почему я не выпал? Смотри, ребят! Робзи эпический, это Робзи! Я же говорил, что я здесь есть. Все, у меня новый боец. Это, конечно же, Робзи. Блин, вот это пока... Стой. Все нормально. Так, выбивай. Вот, скин. А скина на Робзи нету, ребята. Все, мы взяли Робзи. Дальше идем в магазин и открываем те ящики, которые никогда не открывали. Допустим, мистикал ящик с древом самым умным в мире. Что здесь выпадает нам? Ничего не выпадает. Кстати, стоит он 25 гемасиков. Что может в него выпасть? 10, кстати, 10 бойцов здесь присутствуют, но пока нифига. Гемов у нас с вами прям хватит вообще на изи. Даже на несколько серий. Что это? Рано или поздно каждому поступит звонок, которым придется ответить по-любому. Мистикал звонок. Обычный. Мистикал 3 сбрасывать нельзя. Согласен. Так, первый мемасик у нас с вами есть. Может быть сразу 2 подряд? Нет, 2 подряд у нас не получится. Может быть 3 подряд? Но если 2 не получилось, как по... Да серьезно, 1 из 10, что же ша? Вот, хорошо, Майк Эрмдраут стал Мистикал 3. Ну окей, да, ребята, да, знаем такого актера, знаем, давай дальше. Пока что ничего такого сверхъестественного. Мне, кстати, интересно, что это за MP4 какие-то ящики, что там находится? Может, там что-то прям офигенно крутецкое? Так, подожди, опа, Мистикал Файн. Эпический! I'm Mystical 3. Я понял. Ой, смотрите, что там выпало. Девчулечка плачет. Ладно. Давайте откроем мемы MP4. Что это такое? MP4... То есть это мимасики, которые будут у нас проигрываться? Или как это происходит? Я пока не понимаю. 60 гемов стоит этот ящик? Нифига себе. И это 60. Они сверхдорогие. Они офигеть, какие дорогие эти ящики. Но ничего. Гемы здесь, ребята, практически бесплатные, то они только тратят мои нервы и все, больше ничего не тратят. Нечаянно открыл Mystical 3. Так. Опа! Опа, ребят, смотри! Обезьянка села на хрюшку и погнала! Смотри, что творит! Вот это я понимаю, вот это я понимаю, ящик. А можно такие ящики в Бравл Старс добавлять, пожалуйста? Так, все, мы посмотрели с вами мемасик. Я понял, слушайте, неплохо. Ящики с мемами, которые проигрываются. Вот это интересно. А это второй. Смотри, как быстро открывать можно. Подожди. Я хочу... Опа! И... Хорошо, что нет звука. Хорошо, что нет звука. Опа! Минус 3. Вот это офигенно, ребята. Я, мне кажется, прослезился от того, что это было так давным-давно, ребят. Серьезно. Так, открываем дальше. Я делаю мега быстрое открытие. Как видите, у меня ящики открываются прям за секунду. Опа, поехали. Так, яблоко. Ифтисэм. Ага. И все, ладно, давайте дальше. Это яблоко 50. Опа! 2 подряд. Нифига себе. Во, нифига себе, спички. Ноготь, цвет, жевательные резинки. Дверь в никуда, ребята, называется. Это
угол. Прямо съезжаешь на пляж, что ли? Как ты собрался так грузить? Боже мой. О, хот-дог с бананом. Наверное, вкусно. Наверное, вкусно. Кстати, это мемы из ТикТока, что ли, или что это? Опа, еще что-то, ребята. Здорово. Кстати, похож, реально похож, посмотри. Прям похож, ребята, смайлик очень похож на этого чувачка. Так, открываем дальше, ну-ка давай, давай, гемы. Гемы не нужны, давай. Топ-10 monkey видео. Топ-10 monkey видео. Need for monkey. Need for monkey. Number 9. Ха-ха, собаку. Опа, нифига number себе. 8. О, занюхнуло неплохо. Number 7. Познала дзен. Number 6. Нормально, number 6. Number 5. Water monkey. Water monkey. Number 4. Monkey easy. Давай. Оу, хорош, купается обезьянка. Number 2. Monkey flip. Number 1. Monkey fall. Monkey fall. Most importantly, return to monkey. Возвращение мунки. Так, 6 из 10 мы здесь с вами открыли. То есть еще несколько у нас. 4 штуки, получается, может здесь выпасть. Опа! Это... Ты, Слава Мерлоу. Нет. Нет. А ты, кто? Слава Мерлоу. Отстань! Этот бешеный поросёнок! Ты, Слава Мерлоу. Ты, Слава. Смотри! Ты, Слава Мерлоу. Атакуют свиньи, смотри, беги! Слава Мерлоу. Офигеть, что это? Я такой, я, кстати, не знаю, я не знаю, я не видел такого. Ты, Слава Мерлоу. Смотри, со всей сторон просто атака свинья Мерлоу. Слава Мерлоу. Слава Мерлоу. Чуваку капец, чуваку. Так, давайте откроем. Прозрачный ящик. Что за... Опа, он реально прозрачный. Он реально прозрачный. Смотри, там даже видно, что лежит какие-то разные штуки интересные. Или неинтересные, потому что мне пока что еще ничего не выпало. Так, давай. Опа, Лего. Ахахахаха, обычный ахаха. А, это вентилятор, окей, ладно. Обычный ахаха, нормально, нормально нам выпало. Давай открываем дальше прозрачный ящичек. Что он еще прозрачного может выпасть? Подожди, в прозрачном ящике выпадает... Да, обычный. Пи, а, ой. Это число пи, а потом ес. Вот как нужно читать. Это я чуть... Блин, я чуть неправильно не прочитал. Серьезно, ребят. Чуть серьезно неправильно не прочитал. Так, подожди. Сколько? Подожди. 172 бойца. Опа! Доктор Ливси! Монохроматический, ребята! Вот это я понимаю, имба выпала. Вот это имба. Вот ради этого стоило открывать эти ящики. Я согласен. Ради доктора Ливси, ребят. Опа, кто это? Кошела? Наконец-то выспался. Обычный трехчасовый сон, тоже сон. Ну, согласен, да, в принципе, бывает и 3 часа спишь. Бывает и такое, когда засиживаешься в бабл-квасе. Ну, или Бравл Старосе. Кто это у нас? Антонио Бандерас, обычный, из рекламы Кофен из кафе. Нормально вы чилите. Так, давай открываем дальше. Я хочу понять, сколько здесь интересных мимасиков добавилось. Так... На чили обычный, на расслабоне, да, где-то на чили один джиган у нас отдыхает. Давай, 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 да какие нафиг гемы, какое золото. Кстати, мы же с вами по идее открываем здесь бабл пасс, да, 4 уровня, смотри, 150 золота, 20 гемасиков золота, опа, это нужно собрать, да? Мы только поднялись на 4 уровня. Ну, это слабенько, кстати. Почему у меня 6 уровень? Оу, смотри, кто здесь есть. Смотри, кто здесь есть. Я хочу, во. Я хочу аватарку, вот такую квасарик. А можно здесь фон? Ой, здесь еще и фон можно менять. Неплохо. Так, давайте возьмем себе вот такой. Во. Ой, боже мой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте. Во. Нет, тоже не нравится. Давайте, наверное, все-таки обычный. Обычный фончик оставим, вот такой, да? Так, посмотрим. Сколько, кстати, у нас бойцов? 11 из 172. АМП-4. А, здесь их не так уж и много. Кстати, можно было и всех, в принципе, пооткрывать. Но я хочу открыть то, что я еще никогда не открывал. Манки мы с вами раньше. Ящик шакалов. Ящик сохраненок. Фортнайт или Баба-Джи? Ящик открыток, смотри. Мега-ящик. Интересно, добавили что-то интересное в мега-ящик? Так, подожди. Потому что раньше мы с вами 100% открывали мега-ящик. И утюг эпический с функцией отпаривателя. Если не ошибаюсь, здесь перерисовали все мимасики. То есть, я не знаю, чтобы не нарушать авторские права или что они сделали. Короче, все по-другому сделали. То есть, другие анимации, другие мимасики саморисованные. Опа, это что такое? Хм, обычный. Пи-пи. Пи-пи. Число пи-пи. Ладно, это мегаящик, кстати. Это мегаящик за 80 гемасиков мы сами открываем в бабл-квасе. Это вам не хухры-мухры, но я пытаюсь его открывать.
Что еще можно здесь выбить? Подожди, но, блин, давайте последнее что-то выбьем за мегаящик, а потом откроем другое. Это пряник. Пряник тульский, пряник обычный, саратовское печенье. Это было у нас с вами, это все было. Супер крутая акция, 700 гемов, 140 ящиков, 99 кредит. А, понял, бизнес. Ящик с блионом, блиона здесь как всегда нет. Так, ну раньше мы открывали эти ящики с блионом, я это помню. Мы раньше открывали и здесь не было блиона. Да, думер обычный, житель ро и неуютно. Скинов, нифига себе здесь скинов появилось. Иисус Прим, золотой дождь, Серега поднялся. Продукт Ред Нинджа, Катольд, Шпион, Виталик, ты чего? Каприз, тематический сварочный станок. Боже, сколько здесь всего понаоткрывали. Кстати, в тубер-ящике я уже не помню, кто со мной там был еще в этом ящике. Давайте хоть кого-то откроем, кого мы знаем. Ну, выпадай давай. Пипец, ну слушайте, мне кажется, в Бравл Старсе больше быстрее выпадает, чем здесь. Мы здесь с вами слили уже, пипец, мы слили уже почти 4000 гемов. 4000 гемов и открыли всего лишь 11 бабл-квасеров, бабл-бравлеров, бабл-героев, баблеров, ребята. Баблеров мы с вами вообще кроме... Вы прикиньте, я себе выпал, и больше никто не падает в этом ящике. Это реально какое-то издевательство, понимаете? Опа, кто это? Декоди обычный, я не знаю, кто это. Ладно, давайте другой ящик открываем. Так, может быть, здесь попадет? Может быть, здесь повезет сразу? Ну, давай, давай. Да. Ну, хотя бы одного, хотя бы одного. Хотя бы пощупать, хотя бы проверить, кто здесь сюда спадает. Поменяли ли? Вилсаком. Так он не... Так, он мне понравился. Я понял. Ладно, здесь вился. Ящик открыток. Так, что за ящик открыток? Давайте посмотрим, что здесь интересного. Здесь открытки мемасики. Они же герои или кто? Кто это? С днем выключателя. Да, кстати, поздравляю, ребят, с днем выключателя. Только у нас самые доступные цены на электрические выключатели. Кстати, поздравляю. Кто из вас, ребята, празднует день выключателя, того поздравляю. Кстати, не знаю, когда этот день. Если вы знаете, напишите в комментариях, когда день выключателя. Чесноком. Зубки бывают не только у чеснока. Ну, а у кого еще? О, Фортнайт или Баба Джи, ребята, вот это имба. Вот это имба. Кстати, ребят, напишите комментарии, Фортнайт все-таки или Баба Джи? Что? И Xbox или PlayStation 1? Что лучше? Five, точнее, боже мой. Я сам уже забыл этот мимасик. Так, ну мне нужно что-то дропнуть из этого ящика, 100%, проверить. Что лучше, Фортнайт или Баба Джи? Так, давай, выпа... Да, Фортинайте, кстати. Фортинайте или Баба Джи? Опа! Роблох! Опа, ребята, важная новость. Возможно, кто еще не знал, но Roblox в Твиттере опубликовал такой пост, который разорвал все чаты. Это пост обсуждает многие миллиарды боксов, не только это заверлят. По московскому времени, боже, я не понял, что я прочитал. Ящик сохраненок, ну-ка. Что за сохраненочки у нас с вами интересные здесь? Что здесь накидали нам? Ну-ка, хотя бы мне одного баблера дайте из этого ящика. Чисто проверить по-братски, что здесь поменялось, что здесь произошло. Я 100 лет не заходил. Опа, хамбургер, эпический сэндвич. Ладно, кубический ящик. Но, не знаю, здесь у нас были мемасики из Майнкрафта. Я помню, мне кажется, этот ящик был, когда я тогда еще играл Бабл Квас. И если че... Опа, Стив легендарный, 4 доски равно верста. Ребята... Ребятушки, легендочка выпала нам сегодня. Шакалы, манки, данжермастер, анонимусов, кастом. Что за кастом ящик? Подожди, должно быть 10 из 10. Что? Один. Имя. Абунга. Абунга. И что? Описание. Буровит. Буровит. И что? Сохранить. Подожди. Ссылка... Здесь можно самому создавать ящик? Так. Опа. А почему здесь у нас всего лишь один мем выпал? Так. I have two sides. Ага. Я умею две стороны. А вторая какая? Найди 10 ключей. I have two sides. Ага, я ничего... А, здесь у нас 8 из 10, то есть мы этот MP4 ящик практически полностью открыли. Опа! Азиатские ребята, Скала Джонсон! Нормально, кстати! Нормально. 9 из 10, то есть последний? Что это? Гитаратас? Унигитарас? Как она называется? Писю...
писю гитар, гитара писсюар. Я не знаю, что это такое. Кстати, это 10 из 10, то есть сколько мы больше этот ящик не открывали, больше ничего не выпадет, правильно? Ну да, то есть MP4, ящик второй у нас остается еще. Что можно дропнуть? Давай, быстренько. Майнкрафт. Смотрите, грустная история. Ой-ой-ой-ой. Никто не захотел взять цветочек у ребята железного голема. Ай-яй-яй-яй-яй, как же быть? Так, ребята, еще. Еще. Опа, смотри, пошла цыпа, пошла. Нифига себе. Вот это эпично. Эпичная походочка, 7 из 10. Так. С днем отвертки. Ребята, всех поздравляю с днем отвертки. Мы с вами сегодня с днем выключателя поздравляли. Пока отвертка чинит, весь мир чилит. Нифига себе, Жак Фреско сказал, даже так. Ладно, остается два. Что это такое? Опа, опа, это мы любим. Это мы любим. Ладно, я не понял, что это. Но я, наверное, смешно. Я просто не понял. Так, последний. Смотри, нифига себе. World, around the world, around the world. Вот это жабуля нормальная. Кстати, мы выбили все MP4. Почему-то пишет 1 из 10, но по факту мы выбили 10 из 10. И вот здесь должны быть все. То есть все мемасики, мемы MP4 мы выбили. Остаются бойцы. И их у нас 150 штук, ребят. Давайте так. Мы с вами еще, кстати, качнули Bubble Pass. Мы с вами, кстати, неплохо качнули Bubble Pass. И, кстати, смотри. Смотри, у нас даже Катольт появился. Мы с вами Катольтика выбили эпического. Описание сам хз, сам придумаешь. Спасибо тебе большое. Вот, мы потратили с вами почти 7000 гемасиков. Это нужно ставить лайки, подписываться на канал, жмать на колокольчик. Ну и если хотите еще серию Bubble Pass, закидайте видео лайком, просто чтобы оно залагало. Всем удачи, покедово.